Александр Новиков, главный тренер с ГАВ-КСТ, очень активно начали матч, буквально заперли соперника на чужой половине поля. Была ли такая установка? Конечно, мы планировали, все-таки вчерашняя игра нам далась легко, поэтому планировали за счет активности, за счет замен во втором тайме все-таки постоянно держать команду соперника в напряжении. В общем-то, в первом тайме и в начале второго нам это удалось, но, к сожалению, очередной нелепый мяч, я даже не могу его нелепым назвать, но да, чем-то мы прогневили все-таки футбольного бога на этом турнире, на калининградской земле. Мяч с боковой линии, пролетев по невероятной траектории, залетает в дальний угол. Ну, я говорю, это, конечно, футбольные боги нас, к сожалению, на этом турнире не жаловали. И игра поменялась, пошли качели, пошла открытая игра, пошла с обилием моментов возле одной и другой ворот. Поэтому, в общем-то, итог второго тайма, наверное, закономерен. Ну а то, что мы, конечно, пока еще не, скажем так, не заматерели, многие ребята еще, скажем так, не чувствуют такого уверенности. Ну, надеюсь, это придет с опытом. Надеюсь, пройдя через такие матчи, мы все-таки будем сильнее. Большое количество замен свидетельствует о длинной скамье, да, у команды? Ну, мы привезли 18 человек, конечно, как турнир-то долгий, энергозатратный, поэтому приходится всегда варьировать составом, думать не только о сегодняшней игре, а о следующей и последующей, поэтому приходится, конечно, варьировать заменами, но сегодня они, скажем так, не совсем сыграли. Вот сейчас уезжаете уже буквально через час. А как вам город? Я хотел бы, во-первых, поблагодарить организаторов за все. Все было великолепно устроено на высоком уровне. Питание великолепное, проживание великолепное. Организация турнира на высоком уровне. Сам город Калининград красивый. Мы вчера с ребятами были на экскурсии. Ознакомились с достопримечательностями. Вообще, вот это один из важных воспитательных моментов лиги, что мы знакомимся с другими городами, с другой культурой. Поэтому всем спасибо. Но, к сожалению, очки мы, которые запланировали, до Смоленска не довозим. Спасибо.